Ну шо, я снова один день проебал, как это нахуй бесит меня, потому что реально, сейчас я вначале немного поною, потом продолжу, я по-быстренькому. Просто, покуда Вася там не упустил мод, я, ну, не нужно было его, не захотеть, блять, короче, покуда Вася не выпустил мод, нахуй никому не нужен был, ну там... По будням дня, ну, в основном все такое выходное. Сейчас, блядь. Что не день, то, блядь. Меня забирает просто. Я ебал, нахуй. Не, ну на самом деле я там посмотрел. Мне еще проходить, думаю, сегодня, завтра и, возможно, в субботу. Там контента хватает, как бы. И забавная такая вещь, то что, блядь. Я залил, ну, на YouTube и поставил там картинку с Билли. И, сука, блять, я не знаю, там сто, ну, не скажу, что дохуя просмотров, ну, по отношению к остальным видосам Back to the Way, там, где, ну, какая-нибудь другая заставка, блять, в 3, там, блять, в 4 раза меньше. Просто, блядь, картинка Билли, блядь, все решает. Ну, мне похуй, блядь. Ну, думаю, можно начать. Правильно. И слушаю, как что-то капает на мокрый асфальт, ледяной... А, фу, блядь. И слушаю, как что-то капает на покрытый ледяной коркой асфальт. Блядь, еще и приболел. Возможно, это кровь, но я не чувствую боли. Возможно, из-за шока. Возможно, ледяная скорбь проморозила меня так, что я уже попросту ничего не чувствую. Только холод. Но я могу ослабевать и усиливать хват. Сдавливаю рукой с кинжалом. И я чувствую, как дергаются мои веки. Может быть, я еще могу открыть глаза. И самое главное, может, я еще жив? Блять. О чем я и говорил под конец стрима, я помню, сука, блядь, Секунду, блядь. Это не за момент, это просто насморк, если шо. Эми... Пизда. Эми побила... Блять, любит Вася всех убивать. Может, это такая отсылка к этому? К МНД? Там, где Химеру также ёбнули. Там, где Кошмар должен был убить Васю, и Химера такая подставилась, такая... Всё, пиздец. Эми побила назад, и она, отступая назад маленькими шажками, начала заваливаться на спину. Я быстро подошел к ней сзади и, придерживая ее, аккуратно уложил на землю. Эми, твою мать, держись. Холодно. Блять, да, еще не хватает, чтобы она сказала. Чмокалка. Ну, это под ее образ вообще не подходит. Я глядел рану, из которой, помимо обильно льющей крови, вздымался голубоватый дымок. Все плохо. До свадьбы заживет. Черт, прости. За что? Это я втянул тебя в это. У тебя не было выбора, иного выбора. Да и я... Я сама выбрала этот путь. И я рада. Рада, что мы прошли его вместе. Пускай мой путь обрывается здесь. Но ты не сдавайся, ладно? Ты говоришь, словно умирать собралась. Через силу я улыбнулся, и, бля, у меня самого такие моменты на слезу пробивают. Через силу я улыбнулся, и глазами же наблюдая, как ее кожа становится все серее и серее, а кровь, и не думая останавливаться, собирается в большую лужу за ее спиной. А, под ее спиной. Жрица! Я собрал все силы в кулак, стараясь призвать Стэнд обратно. Ты мне нужна сейчас! Спиной, чуть осветив блинище на глазах лицо Эми, показал свечение. Да?
Помоги ей. Я не смогу. Почему? Ведь я не смогу залечить такую глубокую рану, оставленную этим клинком. Хотя бы попытайся. И она попыталась. Но в тот же миг, как она поднесла руку к ране, произошел хлопок, и яркий свет на мгновение ослепил меня. А отрекшаяся же, отстранившись в сторону, приподняла ту самую руку, которой пыталась коснуться раны. Ее рука вся покрыта трещинами до самого плеча, морщалась черным дымом. Извини. Все в порядке. Я не чувствую боли. Эй! Эми подергала меня за рукав. Не стоит. Я готова. Готова встретиться с мамой. Но прежде... Пожалуйста, возьми меня за руку. Я вновь улыбнулся и беря ее руку и сжимая в своей ладони. Все будет круто, ты только не засыпай, слышишь? Ее глаза тускло засветились, а рука, которую я держал, слегка заискрилась. По телу пробежал разряд тока, но не вызвал ни боли, ни судорог. Напротив, я почувствовал, как усталость отступает, а силы вновь возвращаются. Ощутил легкие шелковые касания черного дыма, оплетающего меня. Надеюсь, тебе это поможет. Ты справишься. Должен справиться. Я верю в тебя. Эми! Я встряхнул ее, как только ее глаза перестали едва светиться. Начали нереально быстро обретать серый оттенок. Спокойной ночи. Эми! Эй! Эй! Ее кожа уже серая, была чертовски холодной. Этот холод пробивал до костей, но я продолжал сидеть перед телом девушки и смотреть в ее глаза. Серые без капли былой синевы глаза, угасшие в одно мгновение и продолжающие смотреть на меня пустым, безжизненным взглядом. Еще одна жизнь угасла прямо на твоих руках. Странно. Даже перед смертью она верила в тебя. Блядь, надеюсь, там звук не глушит, а то, блядь, я реально меня глушит. Верил в тебя и они... Я чуть обернулся, смотря на покалеченных союзников, едва-едва подлеченных жрицей, сидящих на холодном асфальте, пережимая раны. Они тоже верят в тебя, ведь ты их последняя надежда. Схуяли! Надежда, которая умрет вместе с тобой. А следом и они, один за одним, склонят голову перед ледяной скорбью, полном отчаянии и бессилии. Нет... Надежду не убьёшь! Ой, блядь, сейчас начнется это все. Куча пафосных слов, типа «Уа-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 а
Патенка. Ты пытался брать нас руками Дживуна и Эммы. И смогла. Хотела травить нас и перессорить, запрудив пацанам бошку подосланными анимешными девками. Не смогла. Смогла! Еще как смогла! Ну, там, правда, на время, но все же. Я говорю, это у нее почти получилось, хочу сказать. Потому что ты, блядь, уже на этот махач пришел с Эммой, а не, блядь, с пацанами. Пацаны только потом подбежали, потому что, получим пизды, блядь. Ну, сначала бьют Васю, значит, мы потом тоже можем угребсти пизды. Не, ладно, если мы все равно можем умереть, нужно ему помочь. Откопала из ебеней, когда... Откопал из ебеней кода озобленного пионера, натравил кучу бущенных ба. Но и тут ни хрена не пошло. Стравил меня с самим собой с другой реальности. И здесь обосралась. Что ты вообще можешь? Мы здесь вместе. И мы выстоим. И вместе. Мы сильнее. И поэтому мы победим! Ура! Не, мне просто нравится этот дед здесь, который орёт. Ура! Это вот. Вы ничто. Нихуя ты у неё отметин на рожу оставил? Бля, респект. Я улыбнулся и собирая остатки сил из всего тела.
и перехватывая кинжалы. Победа или смерть! За щитом или на щите! Чё, пизда? Что там, Вася проткнули? В наступившей в один миг тишине раздался тихий звон, упавший на асфальт кинжалов, обвитых темной дымкой. Следом, кажется, совсем бездушно, лед окропила кровь. А следом за ней, подняв воздух, осевший снег с глухим, но неприятно бьющим по ушам звуком, на землю рухнуло тело. Пизда! Нас убили! Блядь! Нахули, после таких речей, блядь, мне фильм, чтобы ёбнуть всех. Я, как и все рядом, просто стояли и смотрели, кажется, даже не дыша. В одной части меня все пожрала паника. Но в то же время я был максимально спокоен. Кажется, я не понимал, что вообще сейчас происходит. А может, напротив, прекрасно это понимаю. Что же делать? Только и проскочила у меня в голове мысль, когда раздался звук льда, треснувшего под подошвой латного сапога, обладательница которого переступила через тело и подошла ближе к нам. Блять, нам не покажут труп Васи? Все кончено. Примите свою судьбу. Ничего. Приподнявшись на трясущихся руках, едва слышно проговорила пионерка. Ничего не кончено. Она с большим усилием встала на ноги и пошатывалась на месте. Ульяна сделала шаг навстречу Славе, стирая с лица слезы, размывая по мордашке грязь и кровь. «Мы еще не проиграли!» выкрикнула она, сжав кулаки. Ее глаза бегали от Эммы к Хайту и дрожали. По лицу и... «Блядь, ну я сейчас сам заплачу, еще музыку такую подобрал, падла. Давай, бля». По лицу из них стекали ручейки слез, которые она изо всех сил старалась, но не могла сдержать. Глупый ребенок. Переключив внимание, Славе отвернулась к Ульяне. Если ты так хочешь отправиться следом за этими двумя, иди же ко мне. Прими свою смерть. Я не сдамся тебе. Мы победим тебя, слышишь? Добро всегда побеждает. Ну, типа, там, скорее всего, не слышно было, но там такой смех был. А вот именно такой. Может быть, но ты этой победы не увидишь. Уши уловили звон, а краем глаза я приметил Шаломейн, чья сердцевина вновь, пускай и тускло загорелась, заставив подтаять снег, которым его замело. Вы все уже выдохлись, отказались от своей великой силы, разменяв ее на возможность отсрочить на мгновение то, что вам уготовано. Те, кто был способен тягаться со мной, либо отказались от своего дара, либо пали от моего клинка. Медленно я отошел в сторону и, приподняв Шаломейн, невольно смотрелся в его горящую сердцевину. Блять! Ебой! Это конец. Если я сделал это, то мне точно хана. Но если нет, то... Ты говоришь, что, блядь, что ты придумал? Или есть еще какие-то варианты? Я тебя не боюсь! Я невольно задумывался, чуть оторвав от... Клинка взгляд, наблюдая, как Славе медленно, но угрожающей поступью направляется к Ульяне. Последняя же, сжав кулаки, просто стоит и ждет. Бля, секунду. Она и вправду хочет так умереть? Просто отдать свою жизнь? И за что? Зачем ей вообще все это? Я бы на ее месте просто... сбежал. Шептал я, вновь опуская взгляд на горящую сердцевину меча. Выхода нет. Бездумно, как и эта девочка... Бездумно, как и эта девчонка, сорваться навстречу холодной смерти. Либо бежать прямо сейчас, как можно дальше. А что потом? И что будет верным в этой ситуации? Я никогда не думал о подобном. В моей жизни все всегда было просто. На первый план... Всегда выходил я. Плевать на все и на всех. Я – это главное в жизни. Но сейчас я не знаю, важен ли я вообще. Насколько тесно сплелись я и остальные. И способен ли я выжить без них. Не могу понять. Знаешь, мне на плечо опустилась рука, чего я дрогнул.
Ну, наконец-то музыка сменилась, блядь. А то грустненько все как-то. Когда думаешь, надо ли свалить пока при памяти, или же ебаши до того, помни одну вещь. Лучше один раз охуеть, чем 100 раз услышать. Вообще всегда есть 3 пути. Загаз, флекс и выдержанное, тактичное, неспешное принятие решения, блядь, что у меня зависло. Неспешное принятие решения в пиздец критической ситуации, когда от тебя требуется незамедлительное действие. Понравляюсь. Терпильный театр, если проще говоря. И что выбираем мы? Не, скажи честно, тебя Хайт в команду по объявлению... Не, скажи честно, тебя Хайт в команду по объявлению взял? Конечно, за флекс, что за такой вопрос? Не по факту. Ну все, он мне перехватывал потом. Пиздец. Только и сказал Фэбэнк, безэмоционально встав рядом с нами, прижав в руке железную трубу. Я лишь кивнул, опускаю меч и поднял взгляд. Вот крикнем что-нибудь пафосное, прежде чем рванем умирать. Не боимся мы умереть, накуканим еще всю плеть. За такое нам точно лицо разломают в 2 счета. Если любишь хуй рта, твоя фракция орда, блин. Я тебе сейчас сам ебальник снесу. Лучше быть ордынским мясом, чем валянте. Пидорас. Не звучит. Во рту хуй и в жопе 2, жизнь валянте, красота. Вот это уже близко. Но при чем тут Орда Альянс вообще? А я хз. Блядь. Пизда. По ушам вдарил выстрел, о чем мы подпрыгнули на месте, ошарашенно глядя на шутеры. Там девочку на Frost Morning сейчас, пока вы дурью маетесь. Да блядь. Да что происходит? Да ёб. Чё? Пизда, походу. Шутер! Заклинило! Видимо, когда меня ледышка протаранила и пушку повредила. Вижу, ударить в спину у вас снялось и хватило. Не на очке, парни. Все скинули свое оружие, а Иван на всякий пожарный перекрестился. Справедливо. Закончим этот унылый спектакль. Ледяная скорбь жаждет крови. Во, вот это. Вот так, нормально. Блять, пизда нам. Несмотря на бравый настрой, все изначально пошло по одному месту. Ну, блять, а что мы хотели? Ну, нам и так уже такого. Пофлексить напоследок решили. Правильно, правильно. Еще в наступление я заметил, что шутер, который какого-то хуя вновь уселся за свою консоль, схватил за плечо рядача, почему-то не дав ему сорваться с нами, забив. А Симон словил грудиной лик смерти, отправившись обратно на исходную, распластавшись по прибытии на асфальте. Мое тело в области груди проделал холодно, и успев лишь увидеть брызги собственной крови на лезвии скорби, я отхватил все так же в грудь, пинок ногой, отправившись на перекур. Мерцая легким ледяным дымком. Бля, в чем прикол? На протяжении всей этой баталии, блядь, идет вот это. На протяжении всей этой баталии идет, блядь, графон вот этот снега охуенный. Из-за чего у меня потом на ютубе, блядь, ну, вебку мылит, и мое лицо вообще, по-моему, в ней не нуждается тогда. Так, мерцая легким ледяным дымком, из расширенной груди сочилась кровь, опять тело словно сковало ледяными оковами, что замораживает не только тело, не позволило мне даже приподняться, но и кажется, что... День же, решив отвлечь внимание от меня, попытался ударить Славе сбоку, но лишь осколок лед на том месте, где она стояла мгновение назад. При этом сам оказался в каком-то полусогнутом положении, дыша Славе в ватный пупок. Почти моментально, не успев даже выпрямиться, был отправлен отдыхать ударом тяжелого ватного сапога прямо в голову. И словно этого мало, оно ступило ему на грудь, отчего послушался отчетливый хруст бедных фэбэгэнгэлских ребер. Бля, я что-то сам немного сейчас... Это... Неприятное чувство, короче.
Тот лишь взвизгнул, обхватывая тяжелого сапог руками, безрезультатно пытаясь ослабить давление. «Прекрати!» — выкрикнула неожиданно пионерка, прыгнув на Славию с одним из хайтовских кинжалов. И, не долетев до цели, была перехвачена прямо в полете. «Ничтожество!» — со смехом проговорила она, продолжая придавливать Дениса к земле ногой, а левой рукой держать в воздухе за шею Ульяну. Правая сжимая ледяную скорбь и готовясь пронзить ей девочку. Я покосился глазами в сторону шутера и Вани, последний из которых лишь посмотрел на меня, отрицательно закивал. «Да как же так-то?» С натяжкой проскочил в голове мысль, я, переборов ледяный холод, совладал с рукой, потянувшись и подцепив ей рукава «Шаламейна». Блять, когда это слово уже ощутить, я уже заебался «Шаламейнить». «Шаламейн, Шаламейн». Как будто, блять, праздник какой-то. «Сегодня празднуют Шаламейн!» Блять, что-то в таком духе. Его сердце загорелось ярче, а по телу, чуть обжигая кончики пальцев, побежало тепло, размораживая окоченевшие кости. Я, насколько мог, быстро перевернулся и встал на ноги, сжав меч обоими руками. Я говорю, пошка мне только боевой... Пошка мне боевой клич нравится. Вот такая вот вещь. Славя, отбросив в сторону Ульяну, как плюшевую игрушку, с громким хрустом дэновских ребер, от которых она оттолкнулась, и быстро сориентировавшись, перешла в контрнаступление. Пускай я этого и ждал, но звон стали от столкновения Шаламейна и Скорби. Неприятно резанул слух, а дальше знатным потоком неприятной боли прокатилась по всему телу и, ёбнув по мозгам, заставил нихуя так взбодриться. Да, блять, я говорю, мне кажется, хоть не полег там. Его сейчас это мертвая баба как-нибудь это отхиливает, и он потом, ну что, напрыгалась. И все. Я едва поспел за атаками Слави, криво блокируя их и шатаюсь. Пятился назад, изредка вставляя пустые попытки нанести хотя бы один удар. Долго я так не протянул. Еще немного, и у меня от этой отдачи руки в песок раскрошатся. И нахер я полез? Теперь только и останется. Один раз охуев, откиснуть. Зачем ты борешься? Всю жизнь, блядь. Я ведь знаю. О, то эмоционалочка мозги ебет. Как ты хочешь избавиться от гнета этой никчемной жизни? Тоже дыр во все щели. Так зачем ты продолжаешь упорно оттягивать желаемый финал? То сама по себе жизнь. Позволь ледяной скорби забрать у тебя эту тяжелую ношу. Теперь и эта золотовласка меня на фростморнить хочет. Поддайся своей жажде конца. Заебали. Ну что, блядь, нашаламеним ее тогда в ответ. Да, хуй знает кто. Какой там, блядь, да заебёшь. Салфетки вообще-то для другого предназначены. В какой-то момент, совершенно перестав понимать, что происходит, я, едва не потеряв пол лица, увернулся от удара скорбью и, пройдя под вытянутой рукой, положил все остатки силы в замах мечом, стремляя его лезвие в Славию. И вопреки ожиданиям, удар достиг своей цели. Лезвие Шаламейна врезалось в нагрудник врага, заставив ее попятиться назад, придерживая свободной рукой место удара. «Сейчас!»
проскочила в голове мысль, и я, устав отыгрывать от собственной усталости, решил воспользоваться заминкой и нанести решающий удар. Однако беспрерывные долгие взмахи тяжелым мечом и большая глубокая рана на груди явно не сказывались положительно на выносливости и скорости. Именно поэтому мое преимущество было лишь обманчивой мыслью внутри моей головы. Лик смерти от сопивки сотной вспышкой врезался в мою грудь, пронзая меня насквозь разрядом боли. Дожав зубы до скрипа и крошки, я лишь попятился назад, не сводя взгляда с личихи, будучи готовым отразить атаку, и устоял на ногах. Но ненадолго. Запнувшись, как я уже видел после тела Хайта, я присел на задницу, сразу после начал быстро подниматься, в то время как Славя уверенно начал наступать. Едва успев подняться, я среагировал и отбил удар скорби, но из-за упадка сил после боя и удара койлом я не смог удержать меч, и он, мерцая тусклым светом сердца, отлетел в сторону, откатываясь по ледяной корке асфальта еще дальше. «Умри, наивный дурак!» Чё? Опа! Эпичное появление? Я и сам не понял, что произошло. В тот момент, когда я уже ощущал холод ледяной скорби рядом со своей шеей, все вокруг содрогнулось, обращаясь во тьму. После следовало болезненное падение, и чуть оправившись после которого мне, взяв под руки, помог подняться на ноги, пришедший вся Симон. Вокруг нас, да и по всей площади, витал темный дым, чуть скрывающий от нас Славю, который, припав на колено, аналогично всматривался в завесу. «Что это за магия?» – удивленно произнесла она, упираясь на меч и поднимаясь на ноги. «Опачки, блядь! Я же говорил! Я говорил! Немыслимо! Рано расслабилась, подруга!» «Бля! Я все еще на острие атаки!» Блять. Только. Вот это камбэк. Наконец-то. Вот она, твоя истинная сила. То, что я и хотела увидеть. То, что хотела поработить. Теперь ты и твоя сила мои. Попридержи язык, если не хочешь его лишиться. Ледяная скорбь с удовольствием пожнет тебя еще раз. Госпожа, ваш выход. А я не знаю, я что-то... Не, ну к этим угодно, да я что-то с эту арту прорал. Сперва нормально, блядь. Бля, я не знаю, все, я ебан. Забить можно. Сильвана выпустила из-за спины Хайта. Насколько я помню, Сильвана в этом... Короче, Director Cards Adventure, вот это шляпе. Она там у него стендом была, но по-моему у него там это бабка из аниме какая-то была. Вот не помню, то ли Сивана, то ли бабка, что-то в таком роде. А, нет, бабка была там типа Не, стенд был Сивана, а бабка была там что-то типа человек, все. Вроде бы как, если я правильно. Да. Сильвана выпустила из-за спины Хайта несколько темных стрел, но Свайва быстро среагировала, укрывшись за ледяной стеной, а сразу после скастовав на Сильвану Лик Смерти, перешла в наступление. Хайт, пользуясь временем, подбежал к Ульяне и, подняв на руки, быстро зашагал в нашу сторону, в то время как Симон и Иван отправлялись помогать Дэну, что медленно все это время подползал ближе к укрытию шутера. «Что, ебут помаленьку?» «Если бы помаленьку. Насколько все плохо?» «Оружия нет, мотивации нет, еще вот!» Я кивнул на рану от просмотра на своей груди. «Не ссы, как видишь, от этого не умирает. Ну, блять, это ты у нас такой везучий. А хули, ггэль, как-никак. К слову об этом. Шутер, сколько у меня еще воскрешалок осталось?» «Не понял. Ну, ты еще сколько раз сможешь меня поднять?» «Если ты про свое очередное воскрешение, то тут я уже ни при чем. Твой кот начал так быстро стираться, что я не успел даже за этим уследить. Лишь в последний момент заметил, что он опять начал перезаписываться. Да поэтому и задержал его, не пустив его в бой». «Нахуя?» «У него еще остался стенд, а значит, есть еще откуда Хайту брать энергию в случае чего».
Круто. Довольно. Это начинает надоедать. Блять, у меня опять зависло. Скачу за рофлы. Мне походу комп надо чистить, потому что кодировка перегружена. Попробуйте понизить настройки, блять. Что? Это у меня в ОБС такое пишет? Ёбаный сыр. Блять, что там? Это начинает надоедать. Познайте же мой гнев. Ледяные ветра Любанска заберут ваши души. Любянск? Все, пизда, снова... Блядь, снова пеной покрываться. Опять эти мертвяки ползучие. Бульвар? Бульвар? Самозванец под каблуком у самозванки. Это же не... Это стенд? Это... Нет. Это стенд! А разрешите поинтересоваться, не дохуя ли у этой подруги приколов? Надеюсь, он не такой же крутой, как в синематике. Этот ноунейм, что в синематике посотник, что в общем и целом. Ну конечно, а ледяные голубы въебало. Ну разве что это. Да, это стенд. Начал шутер, упершись взглядом в свою консоль. По крайней мере, я в этом уверен. А что насчет того, что за ее спиной там ледяной трон? А вот тут ничего не знают. А вот тут чего не знаю, того не знаю. Но точно могу сказать, что ее стенд является частью сосредоточия ее силы. Я даже улавливаю некоторые знакомые переменные. Секундочку. Где-то я уже... Да! Да! Это шлем! Что с ним? Ты говорил, что уничтожение шлема должно было как-то повлиять на свою тогда, когда Паша его разбил. Но этого не случилось, верно? Ну, ее шлем не настоящий. То есть он типа настоящий, имеет похожую силу. Но он своего рода просто призывной доспех, который подзаряжает славу энергией. Истинный шлем находится у ее стенда. Шлем у стенда? Именно. Если мы уничтожим шлем ее стенда, мы уничтожим и стенд и лишим славы большей части силы. И, блядь, сука, сейчас пососем, знатное будет. И как, собственно? У меня есть мысль. В руки Хайта обвил черный дым, образуя форму знакомых кинжалов. Предоставь этого самозванца мне. Хорошо, уничтожь шлем господства, а я потанцую со Славей. Иван пусть кроет меня и Ульянку. Иван пусть кроет меня и Ульянку с Денисом. Я буду дальше искать лазейки и окажу ребятам первую помощь. Окей, Си. Остальные займитесь плесью. Понял, принял, отработал. Да бля, я не могу уже. Никакого отдыха в этом вашем совенке. Только и выпалил я, избавляясь от напряжения в грузине, попутно поднимая с земли Шаламейн. Ready? Уеди. Окей, покончим с этим. Идите же. Ледяная скорбь жаждет крови. Ой, блядь, еще и мувик вставил. Блядь, а ну ладно, не, ладно, это было слишком дохуя работы проделано. Ой, бля. Ну хоть мувик по варику посмотрим. Нихуя, бля. Бам, блядь. В голову неожиданно ударила нестерпимая боль, заставив меня согнуться пополам и, схватившись за голову, перестать всматриваться снежный барон поднятый славей, что едва-едва не привел к очередному тычку фросмотрному по моей тушке. Уклонившись в сторону, я перехватил кинжал и огляделся, пытаясь разглядеть хоть что-то, но безуспешно. Видимо, сейчас идет история от лица Васи. И лишь лязг тяжелых сапог на хрупком дуб подсказали, откуда мне ждать следующей атаки.
Свая вышла из снежной завесы, взмахом руки стирая ее с фона, наконец позволив нормально видеть. А зачем, если ей самой было... Да, блядь! Обычное предложение, хули ты прочитать не можешь? Соберись! А зачем, если ей самой было нормально? Что-то тут не то. Я чувствую вашу связь. Разделив, я обрекал вас обоих на поражение. Я убью тебя и поглощу всю твою силу, а после сделаю тебя своим рыцарем смерти, и ты будешь служить мне, своей королеве. Извини, но в моем сердечке есть место только для одной королевы. Она, к слову, как раз сейчас попускает твоего пососного Бальвара. Болвара. А там уж и до тебя дело дойдет. Пожав плечами, добавил я в последнее. Наивный. Ой, ты уже черт пойми сколько часов меня убить пытаешься. И где результат? Так что не начинай про наивность. Тогда если бы не выдохся парой порезов на... Парой порезов на твоем личике не ограничились бы. Сейчас я свежий, отдохнувший. Так что легко не будет, не надейся. Не зазнавайся. Эта сила не принадлежит тебе. Не делает отменным воином. Он исцелил тебя. Но не... Наверное, тогда уже она. Она исцелила тебя, но не наделила навыками, необходимыми для победы надо мной. Уж не знаю, что за колдовство ты применил, чтобы воскреснуть, но... Хуёвый и неоригинальный сценарий на костылях. Классная штука, рекомендую. Сам часто пользуюсь. Ты утомляешь. Не, ну мы пиздец еще там знатно будем. Не, ну в принципе. Возможно, даже в 2 дня уложусь с прохождением. Твою ж, прошипел я, откатываясь по льду назад по инерции, едва не забывая от отдачи, которую я терпел все это время, пока защищался от нападок Слави. Сколько энергии и силы в себя вложено, но ты все равно слабый и никчемный. Кажется, мне стоит просто убить тебя, выкачав всю твою энергию из трупа. Рискни. Да блять, Хайтемба, он не умирает никогда. Пора бы это уже запомнить. Насколько говно ситуации не было, блять. Не контрится. А хотя в концовке этого... Так, не МНД, а по-моему СССР. В концовке СССР он умер. В очередной раз за это бесконечное утро лезвие скорби и остановил. В очередной раз за это бесконечное утро лезвие скорби остановилось в опасной близости от моего лица. Да ёбаный сыр. Бля, сколько этот фарш между ними происходит? Секунду. Где? Это получается... Раз, два, три... Блядь, мы фатимся уже около 6 там часов плюс. Ёбаный сыр. Сейчас, смотря на горящие руны перед хлеборезкой, я ясно понимаю, что Хайт из реальности Симона и Шутера с Редачом был прав. Что-то я проебался где-то по жизни в последнее время. Стал хилым и слабым. И даже не немножко. Блять, мне сейчас черепушку разрежут проклятым клинком. А я только и думаю о том, что я проебался по жизни. Вместо того, чтобы думать о том, как бы не проебать жизнь в данный момент. Силы покидают тебя. Сколько ты выдержишь? А, сколько будешь терпеть? Что случится быстрее? Ты выдохнешься и сдашься? Или же кости в твоих руках сломаются от моего натиска? С чего ты ждешь?
Ведь ты уже проиграл. И из этой ситуации тебе уже не выбраться. Опустишь руки, умрешь. Продолжишь сопротивляться, лишь оттянешь смерть на пару-тройку ударов. Ну, по факту время для Сильваны выиграем, пока она разбирается, блядь, с этим бульваром. Выдержав еще один удар, я увидел то, что увидел. Круто! И собрав все силы, что были, оттолкнув от своего лица лезвие скорби, после сразу уходя в сторону перекатом, почти моментально порываясь на ноги, сильно пошатнувшись, почти не понимаю. Фух, бля. Вырвался. Но что дальше? А вот что. Лям мышь. А он что, нефором стал? А что он покрасился? Что этот нефор себе волосы в синий цвет покрасил? Да ладно, я шучу. Невыкупающая ситуация. Славя на... Блять, рука в чае. Наотмашь ударил мечом чашницу Пивдена. Я сорвался с места и набросился на нее, перехватывая ее внимание на себя. Блять. Прохождение соплей, блять, 2 часа. Я же говорю, нефор. Ладно. И как только я в очередной раз отъехал по инерции назад, Дэн тут же выскочил из-за ее спины, заводя трубу для удара. Слава попятилась, и я вновь побежал на нее, чтобы не позволить ей быстро прийти в себя. Сразу видно, что человек все это время не сидел хуй дрочил, а он, блядь, занимался. После череды замашистых и тяжелых ударов трубой, Славия поплыл окончательно, принявшись размахивать скорбью по сторонам. В этот момент я набросил на нее с одной стороны, а Дэн не спеша заходил с другой. Отчеканив клинками по броне Славии, я едва не напоролся на скорбь, чьи лезвие пронеслось в миллиметрах от моего лица, обжигая кожу на нем своим холодом. Но напоролся на койл, который бравая не пожелала зарядить мне в упор, не прямо в упор, вместе с ударом ватной шипастой перчаткой прямо в дыхо. Да я говорю, блядь, тут нужен... Я пошел к дау идею. Просто нужен такой жесткий боевой крич. Типа, вау, это что тут? Сейчас без этого такое. Ну просто, блядь, обмен ударами, ничего больше. А вот, блядь, с боевым ключом на тебя столько бафов появится, сам охуешь. Просто эту хуйню пальцами сможешь убить. Я отлетел на добрую пару метров и такие, испытав на себя весь спектр чувств и эмоций, который вызывал попадение. Что? А, попадание. Попадение, блядь. Тело лика смерти, собрав взглядом поплывшую картину и силу, метнув один из кинжалов в сторону Слави. Она поймала исходящий дымом кинжал и усмехнулась. И этой секунды хватило, чтобы Дэн, оттолкнувшись от лавки, накинулся на нее сзади со всего размаха, опуская ей на голову трубу. Нихуя, блядь. Трубой разъебал. Что такое возможно? Стой! Крикнул я Дэну, когда с головы Слави по снегом рассыпался на скольки дашь ем. Но Денис, видимо, воодушевлен успешным нападением, не успел вовремя остановиться, а Славия с бешеным лицом уже вскинула скорбь, на которую он несся на всех парах. И так и бы напоролся, что...
Я понимаю, и так бы напоролся, если бы не выскочивший вовремя пошок. И так и бы напорол. А! Сука. Вот я долбоёб. И так я бы напоролся, если бы не выскочивший вовремя пошок. Ударом Шаламейна, сбивший направление движения мяча Слави. На что почти моментально расплатился Койлом в упор. А Дэн таки, решившись завершить атаку, был отправлен на землю пинком в грудь. Я подорвался с места и рванул к Славе, что намеревалось добить Дениса, на ходу поудобнее перехватывая кинжал. Неа, блядь, просто. Да дядь, мы уже так раздербанили. Славя, забрызгав лед под ногами кровью, опять рос назад, щупая пальцами порез на лице. Я же сказал, сука. Тяжело дыша, проговорил я, стараясь собраться силами и отдышаться. Ты никого больше не убьешь. Ать, сзади! Мимо меня просвистела стрела с хрустом, воткнувшись во что-то за моей спиной. Чё там? Чё за френч? Я быстро обернулся, успев заметить лишь огромный меч, чащийся прямо на меня. И только благодаря косарю часов. Да, тупо, блядь. Только... Не ладно. Тупо на перехватах и отменной реакции успел скрестить кинжал, ловя ими удар, что бросил меня на землю, заставив взвизгнуть от боли, прошедшей по костям рук вместе с, с инерцией. Вот, блядь. Бля, что за колдунство? О, мы в... Что, все, пизда? Невозможно! Возможно! Нет, невозможно! Еще как возможно! Что-то сейчас было, блядь, кринжал на нормально. Сильвана уничтожил шлем, Стэнславе и призванные войны уничтожены. Пронесло. Я встал на ноги, чуть пошатываясь и оглядываюсь кругом. Давай, не может быть. А еще как? О, бля, не буду. Пока Сая с гневным лицом сокрушалась насчет потери шлема господства, Пашок и Дэн побыстрее отползли от нее подальше и с помощью Симона и Ивана успешно перемещались в сторону шутера. Имба, вижу, тебе можно доверить ответственную работу. Рад стараться. Улыбнулся Сильване, разминая шею. Вы вовремя, я уже начал переживать. Переживание удел Слава. Да еще и на вы, блядь. Кому ты так последний раз обращался, вы, блядь? Вы, блядь, ладно. Я подумаю над этим. Жалкие твари. Вы. Нет, я. Еще делать. Может, уже прикончим ее наконец, а? Блять, я о том же думаю. В конце концов, может быть лишь одна королева. Мне нравится ход твоих мыслей. Усмехнулась она, заводя руку за спину и вынимая стрелу из колчана. Все вы умрете! Да блять, что еще? Синдрагоса, дай волю гневу. Да ёбаный рот этого сценария, блять. Это секунду. Шутер? Секунду. И где она только все эти приколы прячет? Синдрагоса. Боюсь, здесь так просто не будет. Да бля. Но мы попытаемся, верно? Победа или смерть? Это Стэн. Да ёбаный в рот. У нее их несколько? Как и у Хайда, стенд меняется в зависимости от количества энергии и душевного состояния. Не состояние. Не стояние. Уа! Нихуя ты пошел, пошутил. Уаа, блядь, просто, блядь, наповал, блядь. Сука, ты че же бы отбил вот за этот прикол? Да ладно, я сам не дам кринжую в некоторых моментах. Так что, пошел, не расстраивайся. Даже такую хуйню
Даже такая хуйня кого-нибудь да убьет. Лучше, блядь, придумать, как нам это пережить. Думаю. Дыхание ледяных пустошей заморозит кровь в ваших жилах. Что это, блядь, за птеродактиль? Все? Блядь, у меня экран заморозился. Что делать? Что делать? Блядь, фича от хайта, экран заморозился. Вопреки ожиданиям, я все еще был жив. Едва-едва удавалось даже внятно обдумать текущую ситуацию. Хотя, казалось бы, что тут думать? Сквозь толщу льда ничего толком разглядеть не получалось. Ровно как и услышать хоть что-нибудь. На мысленные призывы Сильвана не отвечала. Но я отчетливо ощущал ее присутствие где-то рядом. Пускай эта связь была очень и очень слаба. Охуенная концовка, пронеслась мысль в голове. Вась! Раздалось откуда-то за моей спиной. Ты слышишь меня? Лицом я ощутил тепло, от которого оно все неприятно больно закололо, словно сведенное судорогой. Попробовал я пошевелить губами, морщась от неприятных ощущений, вызванных подогревом лица. Да. Межшлемы господства, которое уничтожило Сильвана, слава сильно ослабла. И сейчас у нас есть шанс закончить этот бой в нашу пользу, но времени мало. Сильвана попробует разбить твои ледяные оковы, и тебе нужно будет найти Ивана и освободить его. А после поглотить его энергию. Ваша связь с ним наиболее сильна, нежели с другими ребятами. Поэтому вы на короткое время, прежде чем ты поглотишь его стенд, сможете объединить вашу энергию в одно целое, достигнув психофизической энергии. Иван потеряет свой стенд, но вы сможете совместно ударить по славе. От этого она не должна отправиться. Че, мы в поток войдем, что ли? Но помни, что когда она падет, вся энергия, поглощенная ей и пионером, высвободится наружу. Сильване должно хватить сил, чтобы поглотить душу славе. Это должно будет снизить риск того, что нас просто сотрет без следа. Если по какой-то причине у тебя или у нее не хватит сил, придется поглотить и меня. Но шутер не должен об этом знать, ладно? Просто схвати его и впитай всю энергию без остатка. Он не знает, что я говорю с тобой, поэтому просто сделай так, как я сказала. Да, блядь, ебать, все плакать будет. Хорошо. В конце концов, либо так, либо все сгнем к чертовой матери. Да, верно. Сильван освободит тебя и отмечет славе. Это даст тебе немного времени. А теперь приготовься. Возможно, это наш единственный шанс. Ну все. Эх, Ванечка, роднулечка, придется забрать у тебя твой Кирочку. Но, как говорил наш земляк, все ради победы. Приготовься. Нужно действовать быстро. Но не успел я ни... Ну, не успел я не то, что даже приготовиться, элементарную реплику внутри своей головы. Да, слушай. Грохот. Да, блядь, да, охуенно почитал, спасибо, понимаю, пожалуйста. Пошел нахуй. Я. Блядь, как выспаться в будильнике, охуй его знает. Грохотом ледяные оковы были разбиты, и я, дрожа как товарищ Торренс, вывалился на землю. Нет времени на отдых. Твою же мать! Нихуя у нас, блядь, взгляд. А, это что такие? Я так понимаю, все плохо. А ты догадливый. Есть план, так что продолжай держать Синдрагосу и Славию, а я займусь делом. Советую поторопиться. Враг силен, поэтому не могу дать никаких гарантий. Это само собой. Блядь, что за встравопитек? Блядь, что один, что второй? Что это, блядь? Вот и они, слева направо. Прокрутил я в голове, одираясь по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы расколотить на иглы. Ну пизда, за... Нихуя мы позируем. Прокрутил я в голове, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы расколотить на иглы. Опа, сюда! Цыкнул я, чуть отойдя и подобрав земли чуть заметенный снегом Шаламей. У, бля, тяжелый, зараза. А хули, пошел качок-то. Его можно. Да, главное самого Ивана не порубить на пару поурядочей. Я прикинул в голове, с какой стороны и под каким углом лучше все будет приложиться, и чуть отойдя назад, замахнулся, чтобы было больше. Мя-мя.
Громким треском лед развалился, и Ваня, выбравшись из ледяного кокона, припал на колено, охватив себя руками и растирая плечи. «Проснись, красавица! Мороз и солнце — все фигня!» «Сука! Кто он на пиздец?» «Я до конца думал, что если ты лед разломаешь, то я вместе с ним на кусочки взвалюсь». «Я тоже!» «Ладно, нам надо действовать, времени мало. Надо пацанов спасти, а то они там замерзнут нахрен. Время в обрез. Я уже сам там чуть богу душу не отдал, так что ладно, отойди-ка». Проведя прекраснейший математический анализ и отмены физических вычислений, я вновь завел меч за спину, приготовившись к удару. Освободившись от оков и завалившись на землю, Пашок зашелся в кашле туберкулезника, дрожа так сильно, что кажется, вот-вот вместе с ним затрясется и весь фон. Ну давайте для полноты эффекта потрясем. Так-то лучше. И еще не ясно, трясется он от его каши или от дрожи. Живой типа. Пиздец, я себя чувствую, как тогда. Где на шестнаре в Оркуте? Ну хуй знает, это локальные. Знакомо еще не, это хорошо. Раз выжил тогда, то и сейчас все будет круто. Мы с Иваном помогли ему встать. А он пошел нахуй. Вот, держи, протянул я ему шаламын. Спасай остальных, а мы с Иваном пойдем заканчивать это мероприятие. Ладно. И что мы делать будем? Нам нужно подобраться ближе к Славе. И есть план. Мне нужно поглотить твой стенд, наши энергии соединятся, и тогда мы с тобой сможем провести особую атаку, которая должна спепперонить Славку. Это типа как в Вольтрона собраться? Да я почем знаю. Мне как сказали делать, я так и делаю. Ильвана, нам нужно подойти ближе к Славе. Ты можешь отвести от нее Синдрагосу? Идея чистое самоубийство. Но если не терпится вреды отрекшихся. Могу попробовать. Спасибо. Что ж, пойдем по кустам, по елкам. Даем друзья. Но не успели мы отойти далеко, как Славия решила на нас переагриться, оставив дракона флексить банши. Почти синхронно мы дружно отскочили назад, парируя скорбь. Никто не уйдет отсюда живым. Хуёво дело. Мы снова отскочили назад. Черный дым обвил меня, сползая по рукам к ладоням, и в них обретая форму уже привычных к хвату кинжалов. Хуёво прочитал, извиняюсь. Мимо просвистела стрела, не достигшая цели, будучи пойман на славе в паре сантиметров от лица. «Чёрт!» — шикнул Иван, объятый алмазным дымом, а за его спиной едва заметно Херабин снаряжал лук следующей стрелой. «Нам надо ее как-то отвлечь, иначе она нифига нам не даст сделать. Твой стенд не может как-то, как мой, сам пойти и подраться?» «Не, это ваша фишка. К тому же, все действия с ним связаны и выжирают энергию, так что я хлопану в экстрасуще, ибо моя мана не восстанавливается». «Окей, Си». Бля, как просто ок эволюционировать? Ок-ок, окей, окс, окей, Си, бля. Я говорю, просто ок эволюционировал в окей, Си. Блять. Что же она прицепилась-то? Неожиданно Слава отскочила назад, прикрывшись ледяной стеной. И спустя секунду в ее щит вводилось несколько черных стрел, выпущенных Сильваной. «Пашок, Симон, отвлеките Славию! Иди-ка ты нахуй!» Еще одна порция стрел вводилась ледяной щит Славию, заставив его треснуть и начать сыпаться. В тот же миг Синдрагоса усилил прессинг, выпустив волну льда в сторону Сильваны, отчего я сам аж продрог насквозь, и на мгновение замерзли мысли. Цепануло, видимо. Надо действовать, пока есть окно. Ответа! Раздалось из-за спины противника, и в тот же миг по ушам резанул звук удара металла о металл. Славя дала 180, делая круговой замах скорбью,
но Симон, стоящий за ее спиной, а также Дэн и Пашок, зашедшие каждый с разного бока, быстро отскочили в сторону. «Пиздуйте уже делать ваши дела!» И не дожидаясь никакой реакции, Пашок кинулся на Славю, замахиваясь Шаламейном. «Не сдохните тут!» – просил я Денису, чтобы ждал своей очереди на атаку, стоя с трубой на изготовку. «Ага. Бля, ну Денчика, я вообще в шоке. Типа, у Пашка есть вроде как Шаламейн какой-то. У Денчика, блядь, ни стенда, ни хуя, одна труба. Денчик красавчик. Ну что, Ванька, готовь отдать мне свою кирочку?» Почему это звучит так по-гейски? «У кого что болит, Вань? У кого что болит? Кир с тобой, что нам делать-то?» Моника сказала, что из-за того, что мы с тобой ЛПшки, мы сможем синергично, лаконично, энергично, отлично, эпично, критично ультануть, но мне придется забрать твой стенд. «Ясно. Все присвоить хочешь? Это не моя занука так-то. В сторону!» «Сука, да что ж тебе от... Да что ж тебе от надо, что... Да сука, да что же тебе от... Наверное, от меня надо... Или от нас надо-то?» Выдал я, решивший вновь переагриться на нас... переагриться на нас... Что? А, все, Славе, да. «Ты умрешь!» «Давай быстрее!» «Так, иди сюда, блин!» «Готов? Давай уже!» Бля, ебать, сколько эффектов. «Ледяная скорбь проголодалась». Уф. Уф. Что происходит? Братский хват. Ёбаные колдуны. «Что ты там говоришь? Проголодалась? Хочешь есть? Ну так иди пожри дерьма!» Я бы сказал... Блять, я бы уже тогда ставил какой-нибудь папиши, типа «На, на, жри говна!» Что-нибудь в таком духе. Невозможно, ебать, на химичли. «Призываю силу солнца, Селама Шаленоре!» Не, что это, Кельтавас? Или как там, или кельта, блядь, не помню. Метеорка станул. «А это энергия, она освобождается. И чё будет, взорвёмся?» Тем временем в воздух забывали белые огни, высвобождаемые из разрушенной на несколько частей ледяной скорби, которая Слава пыталась защититься, поняв, что возведённая ей ледяная стена не выдерживает. Ровно как и не выдерживает напор окружающая нас реальность, отвырывающаяся наружу и лежащая на земле Славе. И разрушенного меча энергии. «Твой стенд, Хайт, она должна поглотить большую часть силы вместе с сущностью Слави». «Сильвана!» «Не глухая, слышала». Она направила в сторону Слави, которая еще не до конца смирившись с произошедшим, глича так, что при взгляде на нее становилось неимоверно плохо и хотелось блевать. Приподнялась на руке, вложив остатки силы в лик смерти, от которого Сильвана ленила и без напряга просто отошла в сторону. «Твоя душа принадлежит мне!» Ну все. ГГ, блять, аллилуйя! Чё, можно делать сальто? Победили? Видимо. Я, чуть оглядевшись, подошел чуть ближе к лежащему на земле телу, присев рядом. Ну шо, блядь, да пизделось. Блядь, у меня рот, блядь, как будто реально в говне. Забит. Как только я присел, Слава подняла на меня взгляд и с тяжелым вздохом и щеком текущей по щеке слезы. Она с большим усилием приподняла руку, облаченную в ватную перчатку, и потянулась ко мне. Холод то ли от ват, то ли от самого прикосновения руки к моей груди заставил меня слегка поморщиться и вздрогнуть, а кожу покрыться мурашками. «Вась, все позади?» «Теперь да. Прости, я не хотела. Я пыталась,
пыталась сопротивляться, но я не смогла, обуздать эту силу. Мне жаль. Это не твоя вина. Я бы хотела, все исправить. Мне так, холодно, страшно. Не бойся, засыпай. Мой взор застилает тьма. Я... Все, она мертва. По глазам ударила яркая вспышка света, заставив меня отпрянуть от погибшей Слави и на ходу выпрямляясь, попятиться назад, прикрывая лицо рукой. Ее тело окружила яркая аура, а из осколков ледяной скорби в небо начали вызывать яркие светящиеся сферы, теряясь в беспросветной черни небес, осыпаясь, осыпающих снегом все вокруг. Вау! Только и прошептал я, наблюдая за потоком, как мне думается душ, вырвавшихся из уничтоженного клинка. И в этот миг одна из них откололась от большого потока, медленно подлетев ко мне и замерев передо мной. Ой, блядь, что за момент? Я сейчас плакать буду, твой рот. Эдми? Видимо, вам пить удалось. Да, блядь, иди нахуй. Сука. Да, мы победили. Ну, значит, не зря подставилась. Но почему? Почему ты закрыла меня? Ну, мы ведь друзья, верно? Я нервно усмехнулся, чуть покачав головой. Да, верно. Надеюсь, у тебя получится вернуться домой. Прощай. Прощай, Эми. Бля. Грустно. Спасибо за все. Бля, если бы они еще с корейцем были так, бля, это все равно до слез. Устала я от ваших соплей и пламенных речей, особенно от твоих мыслей. Раздался вдруг голос у моего плеча, заставив меня чуть повернуться. Вы же уходите, госпожа? У меня нет времени на ваши игры. Я и так потратил его здесь в достатке. Не скажу, что им напрасно, но меня ждут другие дела. Тоже. Был рад увидеть вас во плоти. Радуйся, пока можешь. Прощаемся? Или сентиментальность это не про вас? Пойдемте без прощаний, человек. Мы относительно неплохо сработались, поэтому еще встретимся. После твоей смерти. Жду не дождусь. Бля. Сейчас, секунду. Ай, очередная. Я говорю, соплей по колено. Утонув в собственных мыслях, я так и стоял на месте, наблюдая, как лед, застилавший землю, и мелкий снег медленно таяли прямо на глазах. И снежная завеса, срезающая до этого дальность видимости, сменялась на густой туман, режущий глаз. Ну что же, шутер, доставай шампанское, если бы оно у меня было. Ну как так-то? Ты на нейролептиках, какое тебе шампанское? Ну это самое, Перестав пялиться в пустоту, отгоняя от себя дымку, неприятных мыслей, я вернулся к сну. Блять, как давно не было слышно вот такой веселой музыки. Ну как вы? Порядок. Вот это мы тефтельку-то зарядили. Да, знатно жахнуло. Что-то я не вижу радости на том лице, Хайд. Еще рано радоваться. Так, а вот на этом можно стопнуть. Потому что я думаю, что, ну, я завтра уже все это, так сказать, окончательно дочитаю. Ну, я плюс-минус примерно видел, сколько там осталось. Но я думаю, ну, на субботу, блядь. Но, как оказалось, это все вышло намного быстрее. Потому что, блядь, я... не читал, не комментировал. Ну все, я говорю,
бля, вот этот момент с Эми, бля, просто, я говорю, до слез, давненько. А. Я, так скажем, не пускал слезу. Ну да. Ну, вот это, не знаю, вот это вышло прикольно. Наконец-то мы дали пизды. Вот это Славе, сейчас с Пионером какая-то заварушка, как он вообще жив, хуй его знает. Но... Раз мы Славе дали пизды, блядь, то этому Френчу мы тоже сейчас нахуячим еще как по-жесткому. Я думаю так. Ну все получается. Завтра у вас прохождение третьего эпизода. Там их же вроде бы 4, так что... К Новому году... Не, ну ладно, к Новому году, блядь, слишком быстро. Ну, не знаю, может... Какой весне будем ждать продолжения. Если не к лету. Ну ладно, получается. ГГ.